Всем жестко, салам алейкум. Ладно, скалета, стреляй! Все будем проходить мафию. Pensavate di poterci prendere in giro? Di tradirci? Avete pensato male? На! Идем. Идем, чисто идем. Нет, не может быть, чтобы нормально разговаривать. Ну, похоже, мы нашли пулемет. Ёб твою мать, блядь! Сколько ты можешь не... Вы видите, что с тобой происходит? Что со мной за херня происходит? Гранату? Кидай гранату! Оу, удачно попал! Блядь, ёб твою мать! Ой, призрак. Какой призрак? Живой? Ага, живой, живой. Тогда вставай и пошли. Идем, идем. Сразу ее-то, блядь. А. Ну, ты у каждого это играл. Ничего себе. Каждого это играл. Ходи в ее. Каждый уважающий человек. А ну, рассыпали еще, ёбки. Рассыпали. Все, идем, идем, идем. Чего вы все боитесь? Идем, 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 идем. Ёб твою мать! Блять! Прям в ухо, но я много раз промахнулся, кстати. Чисто рефлекс, братва, это рефлекс. Это рефлекс. Стоять и двигаться! Работает вида скалета. Ха-ха! Его свой же убил, блять! Ёб твою мать! Чё за хуйня? Стреляем в ответ. Стреляем в ответ. Идем, 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 идем. Ё-моё. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу, полегче. Полегче, я сказал. А, молодые люди. И я сказал, полегче. Чёрт, не выгорит балкон. Давай, брат. Я сказал, суки, полегче. Э! Димон! Нет, это Иван! Иван! Иван умер! Ваня! Ваня, как так? Так, бля, очки попал! Ваня! Ты как? Ваня! Ванечка! Ты как? Как ты смог? Отстреливаем! Ё-моё, какие взрывы! Какие взрывы! Взрывы! Ай-яй-яй-яй! Сколько я ран получил, не знаю. Ничего не видно, ничего не видно. Ничего не видно. Танк! Это танк! Это танк, блядь! Пизда! Пизда, блядь! Всё, пизда! Пиздец! Я думаю, мы сдохли от такого удара, блядь. E c'è c'è sazo di gruso o luce. Dicevo al mio amico di stare attento. E come un приятелю. Давайте сразу. Что делать, что вам сказано? Блять, мы лежим. Не, не, не убивай. Не убивай. Не убивай, я сказал. Не трогай. А. Повезло. Не стреляйте, ребятки. Вы все меня знаете. Послушайте меня. Война окончена. Война окончена. Davvero Don Calò? Cacetto, un congè quando siamo arrivati. Americani sono riusciti a svobodit, hanno i nostri amici, hanno il paese da Mussolini. Io lo conosco, io lo sento, Don Calò, sono le cesti. E se voi volete fare gubbi, se siete un guerriero, siete un padamano, vam nessuno ne ugaggia, che io vam garantirò, a vam известно, что мне можно доверять. Что скажете? Это Don Calò, говорит. И бать у него такая чистая рация. Ну, в те времена она такая была. Глава сицилийской мафии. Суп. В тот день сдался весь гарнизон.
Все, руки вверх, да, вы арестованы. Потому что он так сказал. Именем закона вы арестованы. Именем закона. Законом. Глава 2. Ну это просто пролог был. Глава 2. Дом, милый дом. Дом, милый дом. Два года спустя. Empire Bay. Это мы такие на поезде причухали, да? Это мы на поезде приехали. Мы приехали на поезде. Так, это я? Да, это я. Это я в Лазию. И мы идем, не знаю, в каком направлении, но, наверное... Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вита! Я тут! Джо! Эй, с возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Конечно, по пиву, брат! Мне еще пожалкую закусочку, ведь я приехал с войны. Вот это зима. Это Empire Bay, Италия. Вот и он, Empire Bay. Калей, скучал по нему? Ну, а ты как думал? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в Аколе. А что с погодой творится? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора, и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Мусора, видите? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться. А ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли. Есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало. Я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял? Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Угу, сам патом вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских теолог и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и все плевать. Трахать все, что движется, блядь. Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. За Соединенные Штаты и возвращение! Да! Да! А, салюта, Чинтани. Опа, ну, пьем виски. Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Эй, Джузеппе, это Джо. Помнишь, на той неделе ты мне помог? Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, о, Джузеппе. О, какая рыженькая девочка, бля, да? Но мы сигмы, и мы не будем сейчас это делать. Так, слушай меня. Мужчины. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой. Ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно. В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Его будет звать Женя, вот видите, вот всегда это. Да, пожалуйста. Что? Его будем Женя звать. Ты мне как брат родной. Спасибо, теперь Женя. Ты можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. А это Виталий. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Да нет, спасибо. Пойду посмотрю, что изменилось, Женя, пока нет, меня не надо. Не вопрос. Давай, Женя. Передавай это сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Зайду, Женя, зайду. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Завтра поговорим, Жень. Я Виталий, если что. Вот баба нас смотрит. Что она нас смотрит? Мы Сигмус. О, мы чисто на такси такие. Фью-фью-фью. Подвези нас, если можешь. Приехали.
Да, спасибо. Сдачи не надо. Он сдачи не надо, зачем это копеечки? Итак, мы вернулись домой. Мы идем куда? Не знаю. Ты что делаешь? Да, кого? Мы сейчас вернемся. Никуда он не пойдет. Да всего-то кружка пива. Всего лишь кружка пива. Я сейчас пиво, виски попил даже. Так что, мужики, там в баре скидочки. Подходите быстрее, подпрашивайте. Куда вы прете? Фио, ответить. Ветеран войны идет. Че ты нахуй, сонтиком ты? Пошел. Пизда! Ты на голову не упала. Успокойтесь. Не знаю, сколько уже эмоций я получил от того, что вернулся с войны домой. Столько мата я, наверное, не говорил никогда. Блин, что такое? Привет, мама. Я вернулся. Вита, Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, так как ждали. Дела? Иди сюда. Садись, садись. Дома. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Дзуппа ди Полло. Тебе полезно. Какой зуппа ди Полло, это борщ. Итальянцы придумывают всякую хуйню, да? Это просто борщ. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого. По украинскому рецепту, наверное, сделано. Папа так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Это пицца или борщ? Прости, мам, прости. Что мы делаем? Бенича, сеньоре, команча. Они куда... Они порчу наводят на меня! Какая порча? Блин! Какая порча? Отмените! Какая порча? Уже на меня навели! Какую-то хуйню на меня навели! Тебе уроды! Нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Наверное. Я знаю, как моя комната изменилась, нет? Так, чё? Чё нам надо? Спали? Лечь спать, да? Лечь спать. Нахуй лечь спать. Ну, в принципе, да. Чем мы с дороги? Я немного пьяный. Давайте, чтоб перегарчик убрать, нужно поспать. Ну, увидимся утром. Давай, давай, увидимся. Виталий. Сейчас Виталий поспит, и мы пойдем к Жене. Да, Женя же говорил, нужно к нему зайти. Сейчас к Женьке пойдем. Смотрите, какие у него трусы. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Смотрите, какие у него чисто труселя. Оденьтесь. Сейчас оденусь. Переодеваемся. Смокинг? Да не. Мы к Женьке. Мы что, пидорасы, что ли, в костюмах идти? Это если к девушке идти. Школьная форма. Я что, школьник? Красная куртка с рубашкой. Ну такое. Стильный ковбойский. Не-не-не. Рубашка с длинным рукавом. Не-не-не. Байкерская одежда? Да не, еще байкер. Доконочная особенно. Повседневная форма? Я... Нет. Полевая? Нет. Кожаная куртка с рубашкой? Вот давайте чисто кожанку наденем и к Женьке пойдем, как настоящие ровные мужчины. Идем. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Чё, на заводе, что ли, работаешь? Найди его. Мать, ты чё? Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио. Мама, мама. Мама Мия. Чё у нас? Чё это было? Открой дверь! Чё-то он за мной подглядывал, да? Ладно, выходим. Так, чё? Опять та же улица. А мне плевать. Простите. Мне плевать, хоть юбку последнюю украшайте. Ты чё? Что тут лысый? Происходит? Вита! Не лезь не в своё дело, дебил. Да ну. Лысый, ты чё? Да. А сестрёнку? А тебе пизда. Пойдём. Ну-ну. Да, я отведу тебя в школу. А ну, гондон. Оу, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Но! Вита, пожалуйста, ты делаешь только... Ох ты, чурка.
На! Цау! Ах ты! Какашка! Все, проучите мерзавца! Иди сюда! Долго я тебя буду бить! Долго ты будешь плакать! Но! Лежи, мерзавец! Но! Лежи, мерзавец! Понял? На сестренку гнать! Знаешь, ура! Вали отсюда нахрен! Вы пожалеете! Чего пожалеем? Еще? Пойдем! Что пойдем еще! Пойдем! Прости нас, Витер! Только дожили! Мы только не хотели жизни. Тебя волновать! Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? $2000? Хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели. Или долг снова вырастет. Рублей 50 занимали и вернуть 2000. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, вот Вита. Мы справимся как-нибудь. То, что вот эти проценты годовых, вот это наёб. Мужики, не берите никакие займы. Вот видите. Спасибо, Вита. Береги себя. Давай, я к Женьке пошел. К Жене. Женя у меня ждет уже. Нарыть две штуки и быстро. Женя меня кинул. Джо наверняка поможет. Женя меня уже, наверное, кинул. Отправляйтесь к Жене. Женя, я иду. Женя, я уже бегу. Женя, я уже бегу. Женя, я уже бегу. Женя, я уже... Че у вас, машина сломалась? Уже готова. Сколько можно? Ты только что спрашивал. Эй, что-то... Да черт тебя чисто дери. Обычный семьянин. Ха. Готова, не готова, блин, соболезный мужик. Готова, не готова, жена торопит, как говорится. Жена торопит. Не к счастью, да? Так, куда мне надо? Стоп. Дверь светится, нужно сюда. Так, сюда. А что здесь? Какой-то подвал. Что там? Не знаю, что там. Так, сюда. А, нет, вот ответка наверх показывает. Все, мы пришли. Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Да, где Женя Барбара? Право от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Где живет Женя Борисов? Вот здесь Женя Борисов живет. Женя, открывай. Женек. Женек, открывай. Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи, поговорим. Вот же свинья. Я подцепил этих телов по пути из бара. Я тебя ждал. Так, спасибо, брат. Девочки, закругляемся, у меня дела. Девочки? Завтра эй, я эту суку вчера видел. Она шлюха. Джой, ну ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. А ты же духанами своей рыбой воняет. Рыба. Вы чё? Я её вчера в баре видел. Джой. Она шлюха. Неплохо. Вот я пиздец. Я тебе скажу, это испаночка что-то с чем-то. Ну, как дела дома? Хорошо. А тебе не жена видит? Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Идь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Пойдем. Какой это Джузеппе? За 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее за 3 месяца. Ну нихуя, он роскошь встали. Заработал. 3 месяца? Красавчик. Где? Женя? Так Женя, идем. Чем заняться?
Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Там напротив, чего? Это не то, о том, чем займешься после возвращения. Кого? Не то, чтобы... Ну, так, в общих чертах. Кожа из футов, блин. Девушку жениться. Кожа 6 футов. Ну, а на эту ерунду у тебя еще времени вагон. Кожа 6 футов, сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Меня разыскивают? Да. Спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Да че, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. Эй, слушай, а вот можно... Вот это сузочка! Что? Сесть за руль! На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Я? Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк! Это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь лика. Ладно, ладно, вот ключи. Только и так надо было сразу. Жадина, значит, блядь. Так, в такую хладрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Я бы еще водить не умел. Хорошо, теперь направо. Я в этом компьютере почти прямо жил. Как я могу не знать, как ездить? Эй, полегче, полегче, помедленнее, а? Соль. А то на ровном месте заберем. Да. Сейчас мы едем. Ой, смотрите, как ее носит. Эй, ты знаешь, что сегодня за день? Носит? День как день, откуда мне, блин, знать? Вау, давай, бочком, бочком, бочком. С радостью, только не фонг, на что. Под фонг, кто сказал, что надо фонг, платить? Под фонг. Вот это да, это жесткий дрифт. Жесткий дрифт. Мусора, мусора, едем по ПДД. Думаешь, 60 в городе-то слушай, можно? Слушай, а ты не шутил. Тебя и правда научили водить. Хоть что-то хорошее от этой войны. Война это никогда не хорошо, бля. Женя, война это никогда не хорошо. Война это плохо. Ух ты! Только глянь на эту цыпу. Отлично. Джефферсон 42. Наша лучше. Красивая какая! Прямо стыдно окно выбивать. Женя, лучше бы доби... Добро погодим пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него как в Греции. Все, давай, пока он там ем. Эй, Джузеппе, привет, я тебе клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита. Свой в доску, блядь. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы. Как дела? Бумаги для тебя. Спасибо. Рифма плят. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Жена. Видишь? От души, брат. Вот деньги. Спасибо, что меня выкупил от этой войны итальянской. Взять документы. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Мне покупать еще. Купить отмычки. Выйти. Грация. Можешь проверить прямо здесь. Вот. Где? Держи замок. Здесь? Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Ну я вроде умею. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Так. Когда отведешь все крючки, передвинуть язычок, да? Ключ и замок откроется. О, это изи. Легко. Изи. Какой-то изи. До встречи, Джузеппе. Сея Бенедика. Увидимся, легко, Витя. Да? У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Молодец. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Разбить окно? Давайте взломаем, чтобы по-тихому все сделать. Так, опа. А, ебаный сыр. Да ебаный сыр с бергамотом, блядь. Отлично, поехали. Подозрение вне машины. А ты откуда взялся? Полиция хочет нас арестовать. Перехочет, блядь. Жми, жми, ясно, блядь, заводись, баранка! Скот машину угоняет, преследую! Это еще не конец! Сбросик, быстро! Вас понял! Я разыскиваю полицию! Да перестаньте, суки! Фух, я думал, я комп завис, блядь, а это номер телефона. Да. Да баба, ты куда под колеса? Блядь! Вы куда бежите все? Мусора на хвосту! Фонг, под фонг, фонг, под фонг! Давай, бочком, бочком, бочком! Блять! Чё? Это винил? Или кровь? Красная кровь. То, давайте по кругу кататься, я мельчайся меня поймают. Сука, они не слепые. Они достаточно умны. Для средней сложности игры. Да ты как меня заметил, черт! Черт!
Давайте сюда. Да блин! Ладно. Мусора, мусора, направо, направо. Неплохо. Нормально, давай, нормально, съёбывай. Давай поищем мастерскую. У них специальный там сервис мусор. Есть. Самое то. Там мусор. Это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Погоди. Да найди любой... Мне нужно как-то через этого мусора. Давайте хозяин. Мусора собью. Собьем мусора. Ради контента собью мусора, блядь. Сюрприз, блядь. Потери, валите, урода. Ясно. Съёбывай! Съёбывай! Разъебали, блядь! Разъебали мусорицу, блядь! Мусор чисто, нахуй! Перетоптали! Как жизнь? Нормально, брат! Охуенно даже! Чего тебе сделать? Сменить номера! Что надо? Сменить номера! Новые номера? Для тебя не вопрос! Ха! Ца! Да, G. G, B, GBA. GBA 777, давайте. GBA 777. GBA 777. GBA 777. Купить. Мы ее малость открутили. Все, да. В любое время. Давай, давай, до свидания. Спасибо. Поехали. Фонг, подфонг. Все? Отлично, теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, как? У него работа будет. Ладно, Михаил. У него тут свалка на Риверсайде. Не пропустишь. Женя нас отправляет к Михаилу. Эй, а это что за парень? Какой? Михаил. Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он типа тихоня, но скажу тебе, танцует как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербее. Все тёлки с ума сходят. Я что, слышу намек? На зависть? Ты шутишь? Мне-то зачем танцульки? Танцульки! Мы шоколадные девчульки! Ты будешь сам с собой ночами дрыгаться. Ай, да ёб твою мать! Гололёд, прости! То я себя вижу. Какой гололёд, я не могу справиться. Я просто, ну, наверное, давно не играл в мафию, наверное, не играл в неё уже года три. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Т и Я поставил вместе. Ой, блин, перестань. Ты и я? Тя? Чё, бля? Тя! Тя! Чё за тя? А вот это верно. Ты чё меня подрезал? Эй, детка, вы видели? Какое? Какие номера? Утром у меня на полу. Сука, стой на месте! Шкура! На нахуй! Ты знаешь, чё говорить, отповалять. Меня подрезало, видели? Нет. Смелая какая, бля. Молодая. У тебя проблемы, курсы. Подрезало меня. Добавляем газ. Ко мне Ходим. Домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь, а я тебя. Ну, это позор. Это реально Слушай, позор, если бля, у тебя висит 17, словами можно вообще не заморачиваться. Вот и свалка Майка. Чё, и нахуй мне на свалку? К Михаилу. У тебя друг бомж? Ну, там вроде он не бомж, а он этот. Чё-то нас тренировать, да, будет? Тренер какой-то, футбольный. Михаил! Эй, привет, Майки! Какие новости? Здорово, Михаил! Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю! Хорош, Михаил! Правильно! Я их вытирал! Чисто заработанные руки! И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет? А? Слесарюга! Засохни! Ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Миша, правильно говоришь. Дела, конечно! Это мой друг Вита. Это я, Виталий. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай Михаил, ему руку, у меня мыла не хватит. Михаил Борисов, привет. Мы с Витой давние друзья. Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Я да, конечно, учаюсь. Могу помочь. Ага. Ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Нет. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригоняй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Да. Ясно. А, твою мать, Майк! Ты же мне все пальто залапал! Да ты купишь а новое пальто, ты что ноешь? Не верещи, идиот, а ты тебе глаз натянул, истерик. Знаешь, сколько сейчас химчистка стоит? Боже. Да хрена! И еще не факт, очистит ли. Ты заткнешься? Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купре. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать.
Каждый раз, когда меня еще куда-то пошлют, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же нигерский район. Буду там как нигерский? Брыч на коленке. Осуждаю! Я дам тебе 3,5 сотни. Осуждаю! Баксов. Стоит того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Вита, давай пошли, Андиаму. Осуждаю! Все равно я пришлю тебе осуждаю. Чек на химчистке. Давай, а я... Осуждаю! Осуждаю! Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри и не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи. На всякий случай. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину. Так, куда? Для прицела. Пиу! 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 Опа. Пиу! У меня патроны же кончатся! Неплохо так, неплохо. Эй, Вита, ну-ка, ты в бензобак попадешь? Что, бензин остался? Ну, я знаю анекдот в тему про поляка, но не скажу. А, давай, кстати, про поляка расскажи. Пошел ты. Ладно, хватит стрелять, работать пора. Чтобы брать оружие, нажмите R. Это перезарядка, блядь, это H. Едем. Ну едем. У нас развалюха, пипец. Куда мы едем? Хорошо, тогда выезжаем как приехали, потом по шоссе на запад. Через город не поедем. Покрышки, кстати, спали. Воу! Царапнул немного. И направо. Здравствуйте, полиция! Здесь направо. Как же они не могут тут вспомнить машину, на которой бы мы копа убили? Хорошо. Это пипец. Но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Куда спешить? Хасан, знаешь, Хасан за ней несчастья не купишь. Убирайся Хасан. К чертовой матери. Я тебя просто дразнил. Хасан, не волнуйся. Хочу. Эта работенка только начало. Скоро будешь в них купаться. Так давайте. Что? Опа! Тайленд все такая же дыра, как раньше. Нет, нет, сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Как это может быть? Все черномазы свалили на юг на зиму. Да блин! Какие черномазы? Осуждаю. Этому району чё нужно мне? Куда больше, чтобы измениться. Они там плодятся, как кролики. Что поделаешь? Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. Как их там за ногу-то? Бимеры, букмеры. Хрен их разберет, что это такое. А, зашибись, прекрасно. Звери это! Дурь толкают. Куда? И мочат. Вот и все дела. Куда мне орёт? Да, не трогай. А если куда полезно, прёшь? Я не зря тебе пушу. Кто? Я? Кстати, я еду нормально. Теперь с оружием ходишь? Это еще зачем? Здравствуйте. Из него в нашем деле никак. Особенно в этом долбанном месте. Да, блин. Умеешь ты утешить. Ты в курсе? Ну сколько мне еще ехать? Гололёд неудобно. Нужно выходной было брать. Здесь налево. Ага. Давайте. Я, товарищ полицейский, приехал. А, ну, крас, это та сучка? Это те гондоны, которые меня подрезали! На нахрен! Я и забыл, какой тут хороший это район. Та сучка, которая меня подрезала, блядь. Вот буду богатым, на шоссе, блядь. Будет знать, с кем едем, а блядь. А дом родной ему уже не нравится. Эй, что за наезды? Я просто любуюсь. Ну, мечтаю. Когда я себе еще такое смогу позволить? Понг, потонг, понг, потонг, понг, потонг, понг, потонг. Опа, стоять, не двигаться. Работает Виталий с котлетой. Едем, едем, едем. Ёлки-палки. Давайте, посадим. Блин. В своем районе так катайся, скотина. Кто? Это кто мне сказал? Я все его запомнил. Мужики, в следующей серии мы ему надрем попку. Начешем ему так, что у него будет она красной, какой обезьяны. Вот, вон та кремовая крошка. Они одинаковые. Осторожней. Да? Сделай все быстро мини-купер и уматывай. Какой-то. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. Все будет окей, бро. А если будут проблемы?
Разберешься с ними, считай, что это проверка. А провалишься, на фабрике есть рабочие места. Верно, просто спросил. Удачи, кореш, увидимся у Майка. Женя, я не знал, что ты меня кинешь. Так, че? Угоните Волтер купе. Это как, типа, Ешка купе? Какого черта там делаешь? Че надо? Ну нахрен! Ладно, я тебе не буду. И так у тебя проблем много в жизни. Уйди, брат, тебя могут застрелить. Опасный район здесь. Эй! Эй, ты что делаешь, мазафака? Что? Ты как говоришь, ку мазафаку? I'm busy my motherfucking my balls. Okay, bro? Motherfucking peace. What the fuck you say, man? Лежать. Вышел. Вышел. Все взламываем. Давай, разбиваем окно. Едем. Нам не до взлома. Заводись, говно. А-а-а-а-а! Что стреляете? Постанет? Найс! Фух, мы смылись. Знаешь, легкая операция. Ее, наверное, не выполнит только ребенок. Только ребенок не выполнит. Так, давай. Сейчас я тебя подъезжу, извиняюсь. Шашки у нас маленькие. Шашки по узким дорогам. Шашки по узким дорогам. Кстати, сбросим, но все равно поворачиваем. Оба. Что за эти повороты? Потому что я не хочу ее разломать, потому что мне кажется, мне за это пизды дадут. Заходим, заходим. Чисто как. Домой. Вау! Пипец гололед, у нее шины, наверное, летние стоят. И шипованные. Ты видите, как ее носят? Уже какие-то шины уже другие ставят. Что ее так носит? Это что-то с чем-то. Че, встал, да, проехали? Давай, дрифт. А ладно, не получилось. Зацеп у нее плохой. А вот сейчас бочком давай! Воу-воу-воу-воу-воу! Фонг, под фонг, фонг, под фонг. На, подъеду. Хасанин. Хасанаторы молодые. Дальше. Сможем стрелку положить? Тихо, полиция. Фонг, под фонг, фонг. А-а-а, почти, почти зашли в поворот, красиво. Поцарапали и немного фару разбили. Стоп, нахрен он здесь стоит, да? Правильно, нахрен его снести. Снести просто. Я что-нибудь туда завернул? А, нет, туда. Мы приехали. Мы приехали. Эй, задание выполнено! Как все прошло? Отлично! Вот только машина принадлежала кучке нигеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Осуждаем! А, наверное, бомбисты. Хантер с их район. Они несерьезные ребята, так, шпана. Шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен. Чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хороша. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Что? Мне нравится твой друг, Джо. Вот тебе твои 400. Заходи. Знаешь, такой 600? Ты 4 говорил. Будь уверен, Майк. Что за херня? Ладно, мы 4 кэта должны были золотать. Вот твои 300, остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. 300? Какой ты? Сука, мы еще в половине остались. Поехали домой. Я устал. Ты устал? Ты меня еще, блядь, какие-то проценты забрал, потому что я основную работу сделал. Хотя бы 70. Может, ты был посредником.
А посредник он ни хрена не делает, находит таких. Все. Посредником-то и быть не надо, и тяжело. Вот друг лучший ограбил. Я в шоке. Ну ладно, друг. И жалко. Он, я и так в нем живу, да. Все-таки нужно совесть немного поиметь. Вот тут какие-то закоулки. Италия вот узкая, реально. У Италии всегда все нужно узкое. На шоссе. Девки узкие, дороги узкие. Все узкое. Ну что, работу выполнил и не облажался. Так, держать. Да, ну ничего, башку не оторвали. Я что, выжил на войне, чтобы пропасть на Сент-Айленде? Опять? Вот такая работа, смотрите, парень. Это сука что опять поделаем? Здесь. К тому же перекрасилась. Думаете, я тебя, сука, не замечу? Не переживай. Пизда лысая. Пошла. Надо, блин. Пизда, блин. Думала, что я, сука, эту не найду, блядь. Перекрасилась, блядь, умная. Всегда какой-нибудь дельце доходит. Сучка. В основном с угонщиками. Я, блядь, с лопами. Он сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ты и правда его заставишь платить за химчистку? Не, спущу на тормозах. У меня с ним много общих дел, но и потом нрав у него тот еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец ему пиво на выигрышный билет пролил. Майк его так отделал, что чувака след на один глаз. За десятку, представляешь? По мне так урод конченый. С ними просто надо уметь вести дела. А я, блядь, знаю, опять покрышка слетела. Майк по сравнению с ними просто душка, увидишь. Мы приехали. Капец. Столько делаю у него. Реально, жизнь бы интереснее, да, было. Пчелка нас подрезала, блядь. Сука, водить не умеет. Где-то можно машину поставить? Хочу кроссовку на улице. Блядь, мы сломались. И правильно, так что ставь ее рядом с моим. Сука, мы горим. Прямо стадо уголовников. Я вообще водила от бога. Водила от бога. Припарковаться. Все. Че, отправляйтесь на квартиру. Ладно, не буду Женьку ждать. Женька и так медленный. Пузо отъел, сычку медленный. Идем быстрее домой к нему. Он на каком этаже живет? Здесь. Чего, Барбара? Если хочешь есть, жратва в холодильнике. Ну да, мне нужно перекусить. Не голодный, Вита? Нападай. Давайте, наверное, по пиво, Штольц. Пиво, Штольц. Пиво, Штольц, выпили. Так, ваше здоровье. Что дальше делать? А что дальше делать? Ложитесь спать на диван. Спать. Спокойной ночи. А, глава третья. Враг государства. Так, нам кто-то звонит. Но я думаю, эту главу мы перенесем уже на следующую серию, потому что, наверное, и так серия уже затянулась. И так мы много прошли. Я думаю, мы нормально справились с вами. Всем спасибо за серию. Следующая серия выйдет, может, завтра. Или, ну да, думаю, завтра. Так, всем спасибо за просмотр. Ожидайте серии. Ставьте лайки. Всем пока-пока!